Всем в тренде. И да, эта неделя была просто мега горячей на новинки. И сегодня будет большой, огромный выпуск, в котором я вам покажу лучшие рэп-новинки за прошедшую неделю, пару интересных фрешманов, которые вам точно понравятся, а также самые интересные клипы. Именно этот выпуск вас точно не оставит с необновленным плейлистом. Поэтому смотри ролик до конца, а также хочу напомнить, что все новинки одним плейлистом ты сможешь найти в нашей группе ВКонтакте. Кстати, ребята, хочу вам еще рассказать о такой компании, как IQ Trade. Это компания, которая занимается за вас торговлей и поможет вам приумножить свой доход. За вас все делают трейдеры, и вам ничего делать не нужно. Просто выбираете тариф, а их на сайте предоставлено 4. Я выберу тариф B, для этого мне нужно инвестировать более 2500 рублей. Сейчас на балансе у меня 0, пополню при вас через Kiwi на 2501 рубль. Далее инвестирую свои деньги в тариф B, и как видим, через 7 дней я получу назад свои деньги и еще сверху 525 рублей. Я понимаю, что это небольшая сумма, но камон, 520 рублей за 7 дней, ничего не делая. Через неделю как раз я зайду сюда и покажу вам вывод и свой результат, и обязательно сниму это для ролика. Также на сайте у них есть свой телефон поддержки, где вам ответят на все ваши вопросы. Кому интересно, ссылка на сайт будет в описании. Начнем мы наш топ, конечно же, с альбома Облы. Вчера сделал подробный разбор его альбома, который вы можете посмотреть у меня на канале, но кое-что я пропустил, а точнее не додумался до этого, поэтому спасибо вам за подсказки. Название альбома Ice Cream можно еще прочитать как Ice Cream, то есть я кричу, а сверху обложки силуэты напоминают картину из фильма Крик. Ну а кто не видел разбор, советую посмотреть, а также советую еще послушать данный релиз, если вы его не слышали. Цепки to chains, маски как Бэйн, ты надел Гуччи на змей. Это гран-при, я упал в Бэтмобиль, опа Брюс Уэйн. Свет в темноте, это тот день, слышь, меня кормит твой хейв. Готэм в огне, джунгли везде, гориллы не знают про бейс. Трипл Сикс, Прада, Биби Си, Фаррелл, Мэри Джейн, Марвел, бей мы не пара. Я взлетал, падал, в этом вся правда. Я взлетал, падал, как упасть в ламбах. Вторая большая новинка этой недели — это, конечно же, альбом Экса, на который я также делал обзор, и он есть у меня на канале. Сам релиз фанаты приняли с любовью к исполнителю, но с ненавистью к распространителю. Ведь слышно, что релиз собран по кусочкам из сырых и недоделанных демок. Но даже несмотря на все это, в альбоме есть смысл, и его вполне приятно слушать. So they wanna swallow up the meat, oh I. So they wanna swallow up the meat, oh I. Оксимирон, Маркул и Порчи на одном треке. Давно уже ничего новенького не выходило от Окси. Трек войдет в сольный альбом Порчи, а также еще одна хорошая новость для фанатов Мирона. В скором времени нам стоит ждать его новый альбом. Депрессивные дебри, агрессивные как дерби. Мы прошли сквозь эти негостеприимные земли. Эмигрантские среди детей, бесперспективные семьи. Фондов стерлингов нет и везде единственный бедный. Шикал в темноте, маргинал среди всяких депутатов. Выбор не зависел от количества на карте. От подъездов до С-класс, я был 10 лет на старте. Самый главный враг Окси. Нет, я не про шок, а главный его враг на данный момент на площадке Versus Fresh Blood, Smokey Mo, также представил на этой неделе новый трек, и он также работает над новым альбомом. Кстати, сама композиция получилась лирической и звучит довольно-таки современно, как для такого старичка рэпа. Со мной моя love you the local. От колыбели до последнего вдоха будет рядом со мной моя love you the local. От колыбели до последнего вдоха. И раз речь зашла о истоках и старичках, я не могу еще отметить новый трек от Царя. Да, вы не ослышались, того самого Царя, который когда-то с первым классом перевернул рэп-игру. И похоже, что Иван погрузился в прошлое, ведь его новый сингл сделан в стиле старых его композиций. Я с
Ти Маск на прошлой неделе выпустил свой сольный альбом и буквально на днях подкрепил интерес к пластинке еще новым видеоклипом. Работа получилась богатой на смыслы. Почти на протяжении всего клипа в нем мелькает образ покойного Тентасиона, близкого друга Маска, который наблюдает и оберегает своего товарища в самых разных ситуациях. Представитель мрачного трэпа из штатов Lil Toynel наконец-то представил свой коллаб с Velial Squad'ом. Также, как мы знаем, у данного исполнителя еще есть записанная работа с Фараоном. Кто не совсем знаком с творчеством данного исполнителя, советую ознакомиться. Поэтому мимо фита с Velial Squad'ом я покажу вам еще пару его бенгеров. Беру телефон, если он не знаком, сука, сбавь свой дом, я шипаю, как слепно. Black and flexing, yeah, ho, я на стрессе, yeah, ho. Экзорцист, изгони бес. Скарлорд заявил о том, что в марте следующего года нам стоит ждать от него большой сольный альбом. И возможно там будет всеми долгожданный коллаб Скара с Сексом. Ну а на этой неделе он представил фанатам свой новый видеоклип, который разбавил вырезками из старых фильмов. Big Baby Tay продолжает радовать слушателей новыми новинками, и на этой неделе он представил свой новый трек совместно с Soulja Rock. Трек выполнен в привычном нам трэп-стиле, куплет Тейпа, как всегда, наполнен кучей отсылок и зарубежного сленга. Я думаю, мой план — это Alien. Космокамни в космостанции, я пришелец, мэн. Я думаю, мой план — Менделеев, мэн. Вся таблица трэпа пляшет в моем теле, Gucci Mane выпустил свой полноформатный новый сольный альбом. Пластинка включила в себя 18 треков, несколько из которых были показаны нам ранее в виде синглов. Гостей на пластинке огромное количество. Это 21 Savage, Lil Skies, Bruno Mars, Kodak Black, Lil Pump и другие. Советую обязательно прослушать альбом целиком. Участник Dead Dynasty многознал, неожиданно для всех выпустил экранизацию на одну из своих лучших работ из крайнего альбома «Гостиница Космос». Многознал сам раскрыл нам смысл клипа. «Гостиница Космос» — это то место, за которым он наблюдал круглосуточно на протяжении 25 лет. Сам клип должен, на его взгляд, служить метафоричным отражением жизни людей из тех мест, откуда он родом. Он чувствовал недосказанность, пока не сделал это видео, поскольку релиз требовал завершения в конце года. Когда снова началась зима, нужно было завершить историю «Гостиницы Космос» клипом и закрыть этот альбом. В гостинице космос, холоды, тьма, тыть. В гостинице космос, сходят с ума. Хочу вас также познакомить с таким классным фрешманом, как Pale. У него действительно вышел на днях годный альбом, некоторые треки из которого я часто переслушиваю на репиде, поэтому обязательно советую вам послушать его релиз целиком. Ссылка на альбом данного исполнителя будет в описании. Итак, как вы просили показывать еще западных фрешменов, то ловите еще отрывок из очень крутого клипа, который, уверен, станет в скором времени бенгером. Talk to me, bitch, talk to my diamonds. Oh, this is an AP, not no grilling. Shit so icy.
Также вышел еще трек от Джонни Боя, посвященный его отцу, клип от Эминема и другие новинки, которые вы сможете найти в нашем плейлисте в группе ВК. Поэтому подписывайся на нашу группу, а также на мой канал, чтобы обновлять свой плейлист каждую неделю вместе со мной. Oh,